Едем на Биг Бэр. Подъехали, вот наш отель, мотель. Называется Биг Бэр, озеро. Озеро там, с другой стороны. Много раз проезжал мимо этого отеля. Все время думал, классно выглядит, нужно будет как-нибудь остановиться. И вот пришел тот день. Сейчас будем останавливаться. Проезжаем сухое озеро. Космические камни. Красиво. Вон машина там внизу. Ты вот так змейкой пройдем, мы туда выйдем. Остановились там, прошли. Небольшой крюк такой. Хотим посмотреть, что там будет. Потом пойдем назад. Назад, наверное, через низ пойдем. Вот тут Джошуа 3 начинается. Небольшие кустарники. А вот вид на невероятную пустыню. Очень большую. Сейчас приближу немного. Едем обратно в отель, но на пути остановимся возле озера. Посмотрим, что там. Скоро закат будет. День 2 мы решили сходить на второй трейл, который был недалеко от нашего отеля. 3,5 мили. Как это объяснить? Thank you.
внизу были, где-то там, возле озера, запарковались. Через весь лес, сюда и туда, вверх идем. Последнее видео с масками. Скоро все маски снимать начнут. Колоть вакцины. Через несколько лет буду вспоминать их, думать: вау, люди раньше маски носили, это было нормально. Пойду вверх, посмотрим, какой там вид открывается. Эти камни слайд могут сделать, и можно упасть. Меня вот там наверх зовут. Какой-то вид открывается здесь. Один из видов на другую сторону горы. С обрывчиком. Там вторая сторона. Вот, уже почти на верхушке. Осталось совсем немного. Все, дошли до самого пика. Чуть больше 8000 фит. Пешком забрались. Долгий путь был, очень долгий. На сноубордах обычно высоте и гора 8200, это 2500 метров. Здесь Snow Summit. И вот мы туда ездим каждую зиму, почти каждые выходные там. В следующий раз буду там, буду знать, где я стоял напротив, через озеро, через гору. Красота. Ветер здесь, там жарко, здесь прохладно. Пойдем с другой стороны, пойдем так.